Нам удалось немножко сбить цены, прежде всего там, где люди стоят в очереди. И этот процесс мы будем усиливать. Для нас главное цены. Цена квадратного метра. Будем усиливать строительство арендного жилья. Мы попробовали эти дома, построили как малосемейки. Я зашел, посмотрел, вспоминаю свою молодость. Двое детей вчетвером жили на 9 квадратных метрах. А там двухкомнатная квартира в Боровлянах. И построили они ее как-то мгновенно. Прекрасные дома. Сколько у нас молодых людей без квартир сегодня? Море. Поэтому арендное жилье будем строить потребительских качеств. Ну, а кто хочет построить 5-7 квартир дополнительно, стройте. Стройте, платите столько, сколько вы хотите, и стройте. Нам надо обеспечить, прежде всего, людей, которые не имеют жилья.